Итак, сегодня Lumia 530, мы на нем будем менять сенсор. Почему решил снять это видео? Потому что многие мастера, смотря в прайсы на сайтах, думают, что на этом телефоне идет модуль, клеенный на оптический клей. Однако это не так, и сейчас я вам это покажу. Откручиваем все винтики, снимаем заднюю крышку. Клипсов здесь никаких нет, он просто разваливается на две части. Щелкаем коннектор дисплея сенсора и убираем плату в сторону. Затем нагреваем модуль на сепараторе и будем отделять его от корпуса. Приклеен он не очень сильно, снимает достаточно легко. Так, модуль снят, затем отгибаем шлейф сенсора и отпаиваем его или отрезаем, чтобы не мешал. Затем будем отделять. Приклеен он просто на скотч по периметру, но все равно леской отделить удобней. Поэтому вот так леской быстренько срежу и все. Так, скотч мы разрезали, и как видим, никакого оптического клея нет. Проверяем дисплей. Дисплей, конечно же, работает. Затем берем сенсор, загибаем вот так шлейфик и припаиваем. Скотч на нем двухсторонний идет с завода. Так, припаяли, затем проверяем работоспособность. Нету ли мертвых зон. Снимаем защитную пленку и приклеиваем дисплей. Сильно не прижимаем, чтобы еще при установке в корпус можно было его чуть-чуть подрегулировать. Сенсор приклеен, ставим плату на место. Собирать тут особо нечего. Просто ставим плату, ставим крышку и закручиваем винтики. Итак, телефончик у нас готов. Как вы с видео поняли, замена достаточно происходит просто, без никаких лишних нюансов. Всем спасибо за внимание, смотрите мои видео, до свидания.